Как раз у нас по Киеву 21:00, по Москве, так понимаю, сейчас у нас 23, да? Ребята, собрала вас, потому что покоя мне не дает момент, что в Бразилии были с нами не все, вот просто действительно не дает покоя, и тот бразильский синдром, вирус, которым мы заразились, тоже побуждает постоянно делиться информацией, хочется передать вам максимально ту эмоцию, которую мы испытали. И вы знаете, я вам хочу сказать, что приехав, я из офиса своего не вылазю, Евпаторийского, да, мы проводим презентации, школы, обучение, и у нас родилась одна схема, точнее, на самом деле, когда я вам сейчас это покажу, вы скажете, так это вообще просто, и это все знакомо, да, но почему-то это никто не применяет. И вы знаете, у нас эта схема очень хорошо начала срабатывать. Очень хорошо люди реагируют, и поэтому я поняла, что стоит этим с вами поделиться. Именно поэтому ночью, вот сейчас мы общаемся с Зинаидой Сушилиной, я говорю, слушай, вот есть такая схема, так давай конференцию проведем. Именно поэтому вас сейчас всех пригласили в таком пожарном режиме. Ну, кто был на связи, те сейчас услышат, а остальные услышат это в записи. Итак, если вы готовы услышать информацию о том, как человеку, вложив $100, то есть купив минимальный пакет, выйти через 2 месяца на чек $1500, из которых 250 будет его пассивный доход, кто готов услышать эту информацию, ставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, и мы будем начинать. Мне важна ваша готовность. И очень важно, в готовность входит положить перед собой ручку, лист бумаги, потому что сегодня нужно будет записывать. Это схема, ребята, которая будет продавать ваш бизнес, наш бизнес. Это очень простая схема. Вы сейчас увидите, удивитесь на самом деле, как все просто. Как работает наш маркетинг и сколько в нем денег. Знаете, сегодня мы будем с вами учиться считать ваши деньги. Готовы? Если готовы, я включаю один единственный слайд, и это будет слайд с фотография с нашей доски, из нашего офиса. Видите, даже там мой бейджик висит, Наталья Шульга, который я привезла, вот, ну, мы там в Бразилии нам каждому давали, да, то есть вы будете понимать, что вот я совсем-совсем с вами рядом. Итак, мы с вами пойдем по шагам, да, и, собственно, я покажу вам пример, как человек, зайдя всего лишь на минимальный пакет, вы знаете все, да, какие у нас пакеты сейчас, как они видоизменились, кто знает, кто уже смотрел новые презентации, кто знает новости, какие у нас есть пакеты сейчас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы мы все понимали, о чем идет речь. Какие у нас сейчас есть пакеты? У нас сейчас есть пакет Smart Pack, да, у нас есть Smart Pack, который $100 стоит, давайте тогда я напомню вам. Он включает в себя все продукты компании плюс 2 скидочных ваучера. На покупку планшета или смартфона ваучер 25 скидочный и на покупку панели 50. Все это знают, да? Кто знает, ставим пятерочки. Следующий пакет у нас это пакет партнер, который будет стоить $139. То есть к пакету Smart Pack добавляется просто 39. Отлично. Следующий пакет, пакет мастер. 639, мы знаем, какое у него наполнение, да, $39, плюс 1 смарт-пак для себя, плюс 5 смарт-паков на продажу. Ребята,
это что-то невероятное. Компания настолько наполнена наши пакеты, что вам теперь просто, ну, грех, да, не продать этот бизнес. Потому что вы регистрируете, человек регистрируется мастером, у него 5 смарт-паков на продажу его личным партнерам, которые встанут и будут пользоваться продуктом, а дальше вы будете поднимать. И следующий пакет, самый выгодный, это пакет Power Master. Что туда входит? Одна солнечная панель. Почему только один Анатолий отвечает? Отвечайте, пожалуйста, кто еще знает эти пакеты. Нужно ли вам их проговаривать или, может быть, слайды показать? Все знают. Давайте, потому что сегодня как бы школа для активных, чтобы я понимала, что вы знаете, о чем идет речь. Отлично. Пакет, вы не, Сергей не знает. Хорошо, давайте тогда я сейчас верну вам слайды презентации для того, чтобы вы могли четко понимать, о чем у нас идет речь, да? Буквально мы несколько минут на это потратим. Потом вам легче будет понимать то, о чем я буду дальше говорить. Как раз таки вы видите, да, стоимость его $100, что у нас сюда включается? Soft SIM, Super Free World на месяц, видеокомната, видеооткрытки, AdCash, скидочный ваучер на $50 на покупку панели и скидочный ваучер на покупку смартфона или планшета. Все увидели? Если вы сейчас посчитаете быстро, да, то 45 плюс 45, вот, 45, это у нас 90, да, и плюс еще 75. Считайте, $165 вложено, да, а платит человек 100. Если всем понятно, ставим плюсики, я вам показываю следующий пакет. Будем работать быстро сегодня. Следующий пакет у нас пакет, пакет партнера, да, что у нас сюда включается? Наш смарт-пак, вот он, да, обозначен, ой, переключился следующий. Наш смарт-пак и $39 обслуживание нашего бэк-офиса. То есть все понятно здесь, да, такой продажа такого пакета, вот как раз нам эта информация сейчас будет нужна. Дает 40 баллов товарооборот и $10 быстрого стартового бонуса. Запоминайте, вот сейчас мы, собственно, будем именно об этом пакете говорить, но, тем не менее, посмотрим еще и пакет мастер. Здесь у нас $500, 5 смарт-паков, ой, перескакивает у меня слайд, $500, 5 смарт-паков, один персональный смарт-пак со всем наполнением, который мы посмотрели, да, по сумме больше. Новые слайды вышли, ребята, всем не переживайте, у всех вас будут. В конце конференции я вам отправлю. И один код аффилейта. То есть вот наполнение мастер-пакета. Обращаю внимание еще раз, что 5 смарт-паков вы сможете продать только личным партнерам. Только на личного партнера распространяется. И пакет Power Master у нас включает, что он у нас включает? Один Power Unit, то есть солнечная панель, 5 смарт-паков, один персональный смарт-пак и $39 ваучер аффилейта. Если вы сейчас посчитаете, это $1839, а человек платит $1639, да, то есть экономия $200, не считая того, что какое у нас тут наполнение. То есть по пакетам все понятно, и я возвращаюсь к нашему слайду, собственно, то, ради чего я вас сегодня собрала. Итак, давайте мы посмотрим, как человек, зайдя на минимальный пакет, я намеренно вам показываю минимальный пакет сейчас, чтобы вы потом увидели, насколько мощный у нас потенциал в нашем бизнесе. Если человек заходит на пакет $139, да, очень у многих у нас есть эти ваучеры, которые, кстати, чтобы вы знали, все ваучеры действительно будут только до 1 февраля. Поэтому не жадничайте, да, если у вас люди готовы заходить, кому-то можно и подарить этот ваучер, чтобы человек зашел за $100. Конечно, тут уже каждый сам решает, но лучше подарить, чем он вообще пропадет. Согласны? Кто согласен, поставьте плюсики. Заходит человек, и его задача на первую неделю, и ваша задача на первую неделю с этим человеком, да, чтобы он пригласил двух партнеров, таких же партнеров по $139. Ребята, смотрите, что зарабатывает этот человек за первую неделю. Он получает $10 быстрый старт, вторые $10, да, понятно, что слева и справа, $4 он получает с товарооборота, так как 40 баллов с одной и с другой стороны, да,
и он получает 4, а не 8, потому что 10% имеет у нас партнер с товарооборота. И он получает 1 доллар за приложение Edcash, которое поставят люди. Да? То есть слева и справа по одному приложению поставят, значит, 1 доллар по Edcash приходит. Если это понятно, да, ставим плюсики. Сегодня много плюсиков вам придется ставить. И в свои тетрадки записывайте первая неделя. 25 долларов человек заработал. Вот его первый доход за первую неделю. Следующее. Его задача на следующую неделю. Он не приглашает новых людей. Его задача поработать со своей глубиной, то есть с теми, кто пришел в первую неделю. Эти люди должны в свою неделю, да, вот это для нас это вторая, для них это первая, пригласить по 2 человека. То есть что мы запускаем? Мы запускаем дупликацию. Вы помните, в нашей презентации есть слайд. Знаешь ли ты хотя бы 2 человек, которые хотят изменить свою жизнь? Кто помнит этот слайд? Ставьте десяточки. Вот с этого слайда можно начинать. И когда человек у вас приходит, вы ему говорите, мы не продаем вообще панели, мы не продаем смартфоны, мы не продаем связь. Знаете, что мы продаем? Мы продаем новый стиль жизни. И когда вы человеку говорите, ты знаешь, я могу тебе показать, как тебе твой стиль жизни изменить, да? Как тебе начать зарабатывать хорошие деньги? Тебе это интересно? Интересно. Давай тогда подумай, есть ли в твоем окружении, да, точнее, кто из твоего окружения те люди, которым бы ты хотел помочь, чтобы они изменили свою жизнь? 2 человека, не надо больше. Вы не приглашаете еще, да, не надо 5, не надо 10. Вот 2 пригласили, и пусть они тоже пригласят 2 во свою вторую неделю. Здесь уже у нас приходит 80 CV, да, это значит, что человек зарабатывает 8 долларов с товарооборота. Понятно это, да? И раз, два, три, у нас с каждой стороны по 3 пользователя Edcash. Значит, у нас 3 доллара приходит, то есть его чек за эту неделю 11 долларов. Считайте. Первый чек 25, второй 11. Что у нас на третью неделю? На третью неделю те люди, которые зашли во вторую, они не приглашают, точнее, они приглашают как раз-таки по 2 партнера, да? То есть идет процесс повторения. Задача верхних – помогать их партнерам в одну неделю пригласить 2. Задать своему окружению вопрос, хочешь ли ты изменить свою жизнь, если он говорит, да, я хочу, идем со мной. Что у нас происходит здесь? 160 баллов у нас получается с каждой стороны, значит, мы зарабатываем 16 долларов, плюс 7 долларов по Edcash, 1, 2, 3, мышкой показываю, 4, 5, 6, 7, да? Если это понятно, давайте семерочки сейчас поставьте. 7 долларов зарабатывает человек по Edcash, значит, все вместе 23 доллара. Классно, да? Смотрите, что дальше идет. Следующая неделя мы опять повторяем просто этот же процесс, но уже с теми, кто пришел новичок на предыдущей неделе. И они должны по 2 пригласить. 320 баллов дает такая работа с каждой стороны. Для верхнего, да, он зарабатывает 32 доллара плюс 15 по Edcash, потому что уже с каждой стороны по 15 человек. 47 долларов. Итого, за месяц при таком медленном темпе, повторюсь, потому что он всего 2 пригласил, он заработал первые 100 долларов, да, 106 долларов. Он вернул свою инвестицию. Вы можете человеку сказать, вот смотри, если бы ты пошел устраиваться на работу, да, тебе бы могли взять на испытательный срок. Часто ведь такое бывает? Ну, кто согласен, да, напишите, да. Такое бывает часто. При этом человеку, чтобы идти на работу, да, ему нужно инвестировать в себя, ему нужно купить хорошую одежду, купить обувь, да, там, я не знаю, женщинам косметику, то есть сумочку какую-то новую, да, то есть в любом случае какая-то будет инвестиция. Что происходит в нашей ситуации, да? Человек проинвестировал 100 долларов, вы 39 вы ему, например, подарили, ему уже приятно, он 106 заработал. Из них, обращаю ваше внимание, видите, красным обведено, 15 долларов у него уже пассивного дохода с Edcash в неделю. Это значит, у него 60 долларов пассивного дохода в месяц. Он уже имеет при таком небольшом объеме работы. И вот как раз с этого момента начинается самое интересное. То есть, вот можно сказать, ты прошел испытательный срок, а вот теперь мы начнем действовать, да, по-серьезному. Следующая неделя. Наши новички опять повторяют
те же самые действия, и у вас на пятую неделю 640 баллов с каждой стороны. Это 64 доллара, плюс уже 31 человек с каждой стороны, это 31 доллар Poet Cash, итого 95. Смотрите, за месяц у него 106 долларов, а тут за неделю 95, да? То есть мы видим, какая начинается динамика. Следующая неделя, шестая, 1280 CV. Сейчас пока цифры себе просто записывайте, это просчитано уже несколько раз, потом вы сами сможете это перепроверить. По 63 человека с каждой стороны, это значит 128 долларов плюс 63 Paid Cash, 191 за неделю. 2560 баллов на следующей неделе, 127 человек, итого 383 доллара. И восьмая неделя заключительная, мы рассчитали вот на 2 месяца, да, 5120 CV, 255 человек, итого 767 долларов человек зарабатывает только за неделю. Вы видите, какая начинается динамика. Я не стала рисовать уже девятую неделю, чтобы вот как бы итог за 8 недель, да, за 2 месяца. Человек зарабатывает 1582 доллара за 2 месяца, минус 100, минус 45, которые он заплатил активность, да, и 100, которые он вложил, 1437 долларов. И еще плюс 40 долларов, откуда они берутся? Потому что те люди, которые зашли в первую неделю, на пятой неделе, они заплатят активность, и это принесет 20 баллов. Те, которые зашли на вторую неделю, они тоже заплатят активность, да, это 40 баллов принесет. Следующие 80 баллов и 160, все вместе 400 баллов, это еще 40 долларов. Понятно это, да? Кому понятно, давайте, я не знаю, там, единички поставьте. То есть в итоге получается, смотрите, 1437 плюс 40 – это 1477 долларов. 1500, да, мы округлили. 1500 долларов человек заработал, изначально вложив 100 долларов в бизнес и пригласив всего двух человек. И его задача в чем заключается? Он не продает дальше, да? Он начинает менять жизни людей. Он обучает людей, да, просто повторить себя. Легкая схема, ребята. Кто понял, о чем идет речь, да, и насколько это просто? Это очень просто. И когда вы человеку покажете, где лежат деньги, да, а потом он скажет, ну, а может, схема не сработает. Да, это идеальная картинка. Но представьте, даже если у вас на 50% сработает, ну, получит человек 700 долларов за 2 месяца, вложив всего 100. Интересно? Интересно. И это я вам показала на маленьких пакетах. А теперь сядьте дома, задание вам будет домашнее, и посчитайте, сколько будет объем, да, если, например, человек будет делать это на мастер-пакетах, да? А если вы это будете делать на пауэр-юнитах, ребята, вы просто озолотитесь. И вопрос о том, ехать и быть в Доминикане или нет, да, и вообще быть ли на всех событиях, у вас не будет стоять. И кроме этого, смотрите, что важно, да? Покупка панели – это здорово, но это разовая покупка. Если действовать по такой схеме, то у вас на восьмую неделю будет 255 долларов пассивного дохода в неделю только с AdCash. А новости, которые нам озвучила компания, говорят о том, что каждый активный пользователь AdCash, да, то есть каждый доллар, он превратится в 5 баллов товарооборот. Вот и считайте, какие товарообороты у вас будут приходить от каждого пользователя AdCash. А это значит, что вы будете гарантированно держать квалификации. Если у вас 1000 пользователей с одной стороны и 1000 с другой активных, вы держите платину. Если вы 2000 имеете с одной и с другой стороны, вы держите даймонда. Действуя по такой схеме, количеству 2000 с одной и с другой стороны вы придете, не пройдет даже 3 месяца, ребята. То есть упереться, 3 месяца активно поработать, запустить вот этот механизм, который потом без вас уже начнет как снежный ком расти, и вы в шоколаде. Я сегодня в офисе 3 раза рисовала эту схему, потому что было 3 встречи, и каждый раз я видела удивленные и в то же время радостные глаза партнеров, потому что они наконец-то увидели, где лежат деньги. Вот казалось бы, простая схема, да? Мы здесь не посчитали с вами,
что люди захотят купить смартфоны. Мы здесь не посчитали, что кто-то, например, захочет на какой-то другой пакет зайти. Да, вот супер схема, она простая и в то же время работающая. А представьте, если верхний, да, не зря мы зачеркнули 10% и поставили 20%. А если верхний зашел на мастера, и даже если он работает с партнерами, он уже получает не 10%, а 20%. Значит, его чек к концу последних, да, вот этих 8 недель будет в 2 раза больше. Это будет уже $3000. За ту же самую работу, ребята, только в 2 раза больше. Вот и мотивация купить пакет мастер. Согласны? Если человек вообще не имеет денег, да, он говорит, ну вот $100 он может найти, это уже вопрос мотивации. Потому что вы ему когда показали, что произойдет с ним буквально через несколько недель, он найдет эти деньги. Не бывает ситуации, нет денег, бывает слабая мотивация, ребята. Когда вам очень надо, вот любого сейчас спроси, когда вам очень надо, вы найдете деньги. Я 100% уверена. Кто согласен, поставьте восклицательные знаки. Если вам очень надо, вы найдете. Вы разобьетесь в лепешку, но вы найдете. Да уж, пишет Лара, да? Согласны. Так вот $100 человек уже у вас найдет. Понимаете? Если вы ему нарисуете схему, что ему нужно всего лишь 2 человек пригласить и помочь им вас повторить. И представьте, что те первые 2 человека, конечно, правильно Зелимхан пишет, потом заработав эти деньги, эти люди все сразу купят мастер-пакеты и бах, привет, президент Голд и выше. Совершенно верно. Но эти люди, они уже знают, как работает бизнес. Эти люди получают пассивный доход. Не разовые сделки, да? Да, классно, на больших сделках делаются квалификации, но пассивного дохода практически там, да, ну, только что с панели будет разово в месяц и со своих, но структуры нет. А если вы вот таким ходом начнете строить структуру, у вас по Edcash гарантированно будут приходить деньги. И параллельно эти люди будут еще и пакеты покупать, да, пауэр-юниты, и тогда вы представляете, как взорвется ваш бизнес. Вы просто будете очень крепко стоять на ногах, чего, собственно, нам и хочется, да, чтобы не было вот этих вот волн и перепадов. Кто у нас больше полгода находится в компании? Поставьте плюсики. Кто больше полугода? Кто пережил вот весна, лето? Кто был в этот период? Вы помните, что у нас происходило, да? Просели практически все. Ну, вот редко где-то что-то, да, у кого-то, то есть у всех была ситуация, когда вот просто непонятно было вообще, что происходит. После шикарных квалификаций просели практически все, да, ребята, потому что вот надо с структурой работать в глубину, понимаете? Видимо, нам стоило прожить этот период всем для того, чтобы понять вообще, чем нам надо заниматься. Нам надо менять жизни людей, нам нужно показать. Представьте, вот эти первые 2 человека, что с ними произойдет через 1,5-2 месяца, да? Это люди станут зарабатывать стабильные деньги. Они вам скажут спасибо. А это ведь были самые близкие, о ком вы подумали, когда вы думали, кого же 2 человек я могу пригласить. Я надеюсь, что мне удалось до вас донести вот эту схему, потому что мы сейчас действуем именно так, мы работаем и с инвесторами, да, но попутно я показываю людям, потому что люди разные приходят, а хочется всем помочь. Хочется помочь даже тем, у кого вообще ничего нет, да, именно поэтому вы говорите человеку, ты знаешь, если у тебя вообще нет денег, именно поэтому ты приди, пожалуйста, и послушай, как сделать так, чтобы они у тебя были. Ребята, очень хочу видеть вас всех в Москве сначала. Мы готовим встречу в Москве зимой, в начале января. Не знаю, может быть, я секрет открываю, но вот уже вы это услышали. Готовьтесь. Будет очень скоро объявлено. Это будет потрясающе, да? Это будет промежуточный этап для того, чтобы вы смогли квалифицироваться уже и быть спокойными, что вы точно будете в Доминикане. И дальше очень хочется, чтобы... Ребята, чтобы вы действительно были на всех наших событиях. Табличку я эту дам, это будет в записи, и завтра планируем в офисе записать еще видео, да, то есть как я вот это буду рисовать уже, такое будет видео. Но сегодня просто вот не хотела ждать, хотелось до вас донести, потому что каждый день у нас дорог, да. Честно могу сказать, вот даже спать невозможно, потому что эмоции переполняют, хочется, чтобы у всех был результат. Ведь если человек у вас пришел, и он за первую неделю получил чек, что произойдет? Он уже не уйдет из этого бизнеса.
Потому что следующую неделю у него опять приходит чек, да? А следующую неделю опять приходит. И его люди тоже начинают зарабатывать. Понимаете? И вот этот механизм изобилия, он просто настолько вот вы, он пропитает вас, да, вот это вот, и все, и на вас просто вот, ну, я не знаю, будет литься, как из рога изобилия, да, и Мазерати, виллы и все такое, да, это станет вашей реальностью. Ведь не зря же компания нас привезла на самую лучшую виллу в Бразилии. Она хотела показать вообще, чего мы достойны. Но не только нам, да, я вчера уже об этом говорила. Она хотела показать, чтобы мы это все, да, вот это видение передали вам. Чтобы каждый из вас себя почувствовал достойным, чтобы он был готов принимать эти большие деньги, готов заниматься благотворительностью, да, делиться. А чтобы делиться, нужно иметь вообще-то чем делиться. Согласны? Берите вот эту схему, действуйте, и я могу вам со 100% уверенностью сказать, если каждый из вас начнет это применять в своих командах, вас ждут колоссальные доходы, самые высокие квалификации, путешествия и все-все-все, вообще все, что вы себе желаете. Ребят, хорошего вам вечера, всем спокойной ночи, запись я сейчас выставлю, да, и я надеюсь, что вот эта схема поможет вам доносить до людей, показывать, где лежат деньги, а попутно у вас будут и инвесторы, да, и мастера, которые захотят, они увидят, что это работает, и все, они спокойно будут заходить. Используйте по максимуму, да, все, что нам дает компания, и будьте успешными. Все, пока-пока.